проводится всестороннее расследование по фактам терроризма, преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, совершенных в прошлом незаконными армянскими вооруженными формированиями, существовавшими на освобожденных территориях Азербайджанской республики. В пытках азербайджанских пленных и других лиц, защищаемых международным гуманитарным правом, ранее содержавшихся в детской больнице номер 3, расположенной в городе Ханкенди, с ограничением их свободы, а также в совершении других тяжких преступных деяний против мира и человечества, военных преступлений, как а также участие в других формах в деятельности незаконных армянских вооруженных формирований. Подозреваемый Беглярян Рашид Арамаиси арестован и обвинен по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 и 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Лица, подвергшиеся указанным пыткам, были установлены и признаны потерпевшими по настоящему уголовному делу. На допросе обвиняемый Рашид Беглярян сообщил о своем участии в Хаджалинской трагедии февраля 1992 года и заявил, что 25 февраля 1992 года армянские вооруженные силы и действующие под их началом незаконные армянские вооруженные формирования перебрались из города Ханкенди в город Хаджалы, где проживает большое количество мирного населения. В соответствии с заранее составленным планом, во время нападения выжившим азербайджанским мирным жителям были даны ложные обещания, что они смогут безопасно пройти через Аскеранский район и войти в направлении Агдамского района до 200 человек. В основном женщины, дети и пожилые люди, двигавшиеся вдоль побережья в сторону Агдамского района, устроили засаду на мирных жителей в районе крепости Аскаран и убили их из автоматического оружия. После того, как личные вещи погибших были разграблены членами преступной группировки, их тела были захоронены в окрестностях Аскеранского замка. В ходе проверки показаний на месте Рашид Беглярян дал подробную информацию о местах совершения преступных действий против гражданского населения. Önceden ahalinin gelmesini gözleyirdiler. Handipel Hocalı Karaki Joğurtin. Hocalı Joğurtin Hoskentuvel Hocalı sakinlerine söz vermişler ki Vıtangneri tehlikesi şekilde Togen, onların Ağdam'a getməyinə icazə verəcəklər. Ancaq sonradan məlum oldu ki, Hocalı cəmatını aldadıb. İrakanın aytmış xapelin jovurtin. Onlar o hasarın yanında Hocalı əhalisinin gəlməyini gözləyirdilər ki, onlar burada güllələsinlər. Reprezentəri çıxıb qarakin jovurtin. Hocalı jovurta verevit. Hocalı əhalisi çayın sahili ilə gəldi. Gedi apo. Qalanın yanında erməni əskərləri ilə qarşılaşdılar. Güllələnmə yerini indi sizə göstərəcəm. Bu, Xocalı camatına verilən dəhliz idi. Onlar bu dəhliz vasitəsilə Ağdam tərəfə çıxmalı idilər. Hansı istiqamət hərəkət edirdilər? Oradan aşağıya tərəf. İlk olaraq buradan atəş açmağa başladılar. Sonra Xocalı sakinləri yuxarı qalxmağa başlayanda o tərəfdən də atəş açmağa başladılar. İki tərəfdən atəş açıldı. Təxminən nə qədər Xocalı sakinləri var idi? Təxminən 150 nəfər. Uşaqlar da var idi, qocalar da var idi, qadınlar da var idi. Atəş açmağa başlayanda qadınlar və uşaqlar qışqırmağa başladılar. Qoralı. Ondan sonra hamısı dağılışdılar. Yarısı o tərəfə, yarısı bu tərəfə. Xilas ola bilənlər Ağdam tərəfə getdilər. Xilas ola bilməyənlər burada qaldılar. Atəş açandan sonra onlar meyitlərə yaxınlaşdılar ki, ölüb ölmədiklərini dəqiqləşdirsinlər. Ölməyənlərin üzərinə yenidən atəş açırdılar. Sonra onlar qiymətli əşyaları meyitlərin üzərindən çıxarmağa başladılar.
Bu ərazi Xocalı sakinlərinin deyirləri ilə dolu idi. Meyitlər burada təxminən bir həftə qaldıqdan sonra Əskəranın erməni sakinləri artıq şikayət etməyə başladılar ki, meyitləri basdırmaq lazımdır, xəstəlik yayılmasın. В настоящий момент расследования по указанным преступным деяниям продолжаются.